Девушки, нам нужно придумать, как мы будем поздравлять наших мужчин. А что за праздник? Завтра 23 февраля. Мужчины у нас хорошие, нужно их поздравить. Ведь они у нас такие внимательные, милые, мужественные, порядочные, сильные, надежные. Они столько хорошего для нас делают. День работы с вами заставит любого гурмана дать нашему офису 5 баллов. Без вас мы как борщ без сметаны, как холодец без хрена. Вы самая лучшая приправа, которую только можно придумать. Все они прекрасны без исключения. Мужской пол у нас самый сильный, но ласковый и нежный в придаче. В этот день праздничный, зимний, тепла вам желаем и удачи. Дорогие мужчины, ради вас мы каждый день приходим на работу красиво. С праздником! Здравия желаем, дорогие наши мужчины! Поздравляем вас с этим праздником 23 февраля! Желаем оставаться всегда такими. Я с тобой опять сегодня этой ночью, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять уйду. Ну все будет так, как вы захотите, да? 23 февраля отмечаем мы не зря, есть ведь множество причин. Похвалить наших мужчин за защиту, за заботу, за тяжелую работу, что не сделать нам самим, а под силу только им. За приятное внимание, за капризы в понимании и за то, что лишь они украшают наши дни. Быстрее, чем удар у Майка Тайсона. Со всеми бумагами вы порхаете, как бабочка, жарите, как пчела. Спасибо вам за это! Наши мужчины самые быстрые и опасные. Вы работаете на высоких скоростях, стремительно очаровываете. И при виде вас адреналин закипает в крови. С праздником вас, наши герои!